И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов. Весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий?» Они закричали. «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу. И, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город.